Всероссийская политическая партия «Единая Россия» продолжает свою работу со всеми категориями населения на территории Луганской Народной Республики. Но в особом внимании сегодня нуждаются представители молодежи. Воспитание и организация досуга которых может сформировать из них целостных и патриотических личностей, готовых отстаивать интересы Родины и хранить свою историю. Общественная организация «Молодая гвардия Единой России», как самая многочисленная молодежная организация Российской Федерации, помогает коллегам из Луганской Народной Республики в реализации такой деятельности. 5 мая в Далевском университете состоялось значимое для молодежной политики событие – выборы председателя представительства общественной организации «Молодая гвардия Единой России» в Луганской Народной Республике. То, что знаковое очень событие, и причем происходит оно именно 80-летие образования той самой нашей, самой старой, да, молодой гвардии. Вот. И, конечно же, ребята, волонтеры, которые будут участниками молодой гвардии Луганской Народной Республики, в первую очередь они будут заниматься помощью жителям Луганской Народной Республики, освобожденных территорий. Они охватывают очень многогранную такую деятельность, потому что они всегда приходят на помощь на самом деле. Наша молодежь, та, которая сегодня станет как раз-таки оплотом будущего республики, они стараются делать все, чтобы республика развивалась, чтобы жители жили счастливо и ни в чем не нуждались. Вот там везде будут присутствовать, где необходимо, где нужна помощь, везде там будут присутствовать волонтеры молодой гвардии. Очень знаково, что впервые на территории Донбасса сегодня открывается именно в Луганске представительство общественной организации от «Единой России» «Молодая гвардия Луганской Народной Республики». Я думаю, что найдет свое место в республике эта организация, потому что на самом деле это помощь, это всегда ребята приходят там, где люди нуждаются в ней. И поэтому, конечно, однозначно она будет задействована, она будет жить, будут работать и делать все для счастливой жизни луганчан. В торжественной обстановке проходило голосование за кандидатуру председателя. В числе голосовавших выступили представители общественной организации «Молодая гвардия Единой России», члены Всероссийской политической партии «Единая Россия», представители федеральных округов общественной организации, руководство Луганского государственного университета имени Владимира Даля, координаторы по воспитательной работе Далевского университета и актив студенческой молодежи. Председателем представительства общественной организации «Молодая гвардия Единой России» в Луганской Народной Республике стал студент 4 курса Института гражданской защиты Луганского государственного университета имени Владимира Даля, активист и лидер молодежного движения Илья Викторович Пригеба. С любви к Родине начинается наше патриотическое воспитание. И это очень сейчас важно, особенно в наше время, в период операции. И я думаю, эта будет работа вестись еще долгое время, потому что после этого нам надо будет бороться с этой ложью и провокацией, которая велась очень долгое время на оккупированных территориях Украины. «Молодая гвардия Единой России» – это общественная организация, занимающаяся широким диапазоном работы с представителями молодежи. В ее рядах насчитывается более 150 тысяч активной молодежи России, которая сотрудничает с ребятами из молодых республик Донбасса по ряду проектов, в том числе на территории Луганской Народной Республики и на освобожденных территориях. Хочу сказать, что у нас молодая гвардия сейчас работает на передовой. У нас 4 волонтерских отряда, которые работают в селе Безыменном, в поселке Володарском, это прямо рядом с Мариуполем. И 2 волонтерских штаба у нас находятся прямо в самом городе Мариуполе, в гуманитарных центрах «Единой России». Я считаю, что эти задачи сейчас по работе с беженцами, с гуманитарной помощью, они первоочередные. Все остальные ребята у нас в России работают с беженцами на пунктах временного размещения, собирают гуманитарную помощь. Ну и вообще работа по облегчению жизни беженцев, по сбору гуманитарной помощи, я думаю, для нашей организации сейчас задача номер один. Патриотическое воспитание молодежи проходит в республике на постоянной основе. И мы точно знаем, что наши дети и молодежь помнят и с уважением относятся к истории родного края и подвигу героев Великой Отечественной войны. И, конечно, трепетно охраняют историю жизни и деятельности молодых подпольщиков из Краснодона, участников молодой гвардии. В этом году исполняется 80 лет краснодонской антифашистской подпольной организации «Молодая гвардия». 80 лет назад юные краснодонцы дали клятву верности Родине.
вступили в жестокую борьбу с немецко-фашистскими оккупантами за независимость своей родины. Не сломленные пытками в фашистских застенках, избравшие смерть и не предательство, патриоты Краснодона навсегда остались молодыми, из юности шагнув в бессмертие. Сегодня наша святая обязанность бережно чтить и предавать потомкам славную историю о подвиге каждого из юных героев Луганщины, отдавших свою жизнь за Родину. Благодаря открытию представительства молодой гвардии «Единой России» в Луганске, молодежь Луганщины станет еще ближе к своим сверстникам из Российской Федерации. Сможет проводить совместные акции и проекты, а также помогать тем талантливым представителям молодого поколения, которые уже сегодня работают на благо будущего Луганской Народной Республики.